Семье из Сорокина, ожидающей седьмого ребенка, единороссы построят новый дом. Ивановы стали участниками партийного проекта «Дом для молодой многодетной сельской семьи». Сейчас Евгения и Олеся воспитывают шестерых детей, включая приемную племянницу, живут на площади 63 квадратных метра. Мест не хватает. Вон девочкам отдельно сделали, мальчики здесь, мы с мужем уже здесь. У них участок большой, и строительство данного дома позволяет разместить его на этом же участке. Имеются инженерные сети, имеется приусадебный участок, и мы считаем, что это, наверное, самый подходящий вариант. Напомню, проект стартовал в 2015 году по инициативе губернатора Владимира Якушева. Строительство ведется за счет личных средств партийцев. В 2017-м, кроме Ивановых, новое жилье получат еще 4 многодетные семьи.